Всем привет! Мы в Лаозере опять, и у нас намечается поездочка на двух МТЛБ и трое саней. Везем топливо, провизию, всякую разную вещи. Родственники у меня отработали уже полтора месяца где-то на перевозках. Это их крайний рейс. Идем опять с Лаозера до Сосновки, 400 километров. Два дня не могли выйти, сильно дуло. У Юры тут на базе Дроздовского. Запустились, время 7 утра, еще 7 нету. Выходим сегодня до Краснощелья. Тот раз я ехал наверху, снимал видео, красивые картинки. Этот раз я еду в кабине. Андрюха увязывает последние вещи. Запустились, заправились, выходим. Постараюсь что-нибудь по ходу пьесы поснимать. Такое место механика-водителя. Я с дядькой в этот раз еду в кабине, Андрюха впереди. Солнышко, поземочка. В общем, выдвигаемся. Шеф, Андрей, знакомьтесь. Предводитель нашей банды и Павел Васильевич. Остановились на выходе на озеро Лаозеро. До этого ходили по Салме, по открытой воде. Кадры вставлю, наверное. Снимали ребята. Мы сейчас пойдем уже по льду, по зимнику. Два дня мело. Вот такая колея у нас. Тут еще нормальная дорога, чищенная. Дальше, конечно, будет хуже. У Андрюхи двое санок. У нас одни санки. Оба МТЛБ удлиненные. Оба на турбе. Тот раз шли, у Андрюхи была турба. Тут турбы не было. Был просто удлиненный. А теперь оба на турбе. Слышно, как свистит. Вот такая гора барахла, кубики с топливом. Перескочили Лаозеро, перескочили еще озерцо. Погода налаживается, ветерок вроде потише. Андрюха, у тебя на рабочке надо подтянуть? Я так думаю. Ну так, на больших кочках маленько. Поерзывают. Лед, наверное, по низам поотошел. Так. Лаозерские горы позади уже. Такая колея снегом забитая, ну держит, если рядом наступить, по пояс будет. А так все равно накатали. Так выглядит наш обоз. Хотел поснимать с солнечной стороны, но сразу там полные сапоги. Идем. Thank you.
Всего 13 часов, и мы в Краснощелье. Погрузка, разгрузка. Идем ночевать. Такая вот дорога. 140 километров. Особо снимать нечего. Так, с кабины. Как мог. Это не кино, не постановочное. Поэтому все работают. Мне бегать по пояс снегу некуда. Поэтому вот такое видео, наверное, будет. Село Краснощелье. 7 утра следующего дня, мы переночевали. Загрузка-выгрузка вчера кое-какая была. Сегодня отправляемся дальше. Носим вещи сейчас. Будем запускаться и дальше. Еще переход у нас. Вчера 140 километров, сегодня не знаю сколько. До Каневки, по-моему, тоже 140. Погода поменялась, пошел снег, остановились на речке. Переезд с поворотом. Березы мощные такие стоят.
темноте уже в подъем встряли. Пришлось перецепляться три в ряд. И два вездехода через Чалку. Только зацепились, выехали. Попрем дальше. Мороз, кухта, ничего не видно. Зашли в гору, перецепились на длинный канат. Андрюха почти на горе. Второй вездеход внизу вот там. Ох, блядь. Блядь, провалился. Снега метра полтора, наверное. Блять, не вылезти по пояс. Утро следующего дня, 8 утра. Докатили до избушки в 2 часа ночи. Сани где-то у нас там стоят. На горушку не смогли затянуть. У ведущего вездехода лопнул вал приводной правой гусянки. Перецепляться пришлось в одной из подъемов. Такие горы тут штурмовали ночью. И, в общем-то, сани бросили. 500 метров до избушки не доехали. Один вездеход к другому пристегнули, подтащили. Ну и уже пошли ночевать. 2 часа ночи уже было. 17 часов вчера в пути. Сегодня ремонт. Запуск, зацепляем санки и продолжаем. Ветра нет, сегодня солнышко, вчера снег был, вообще ничего не видно. Сегодня пейзажи резко сменились, с леса на лесотундру. Вот такие маленькие березки, высотой, наверное, мой рост чуть повыше. И все, леса уже нет. Лес еще будет в районе Каневки, а дальше будет просто тундра. Собрали вездеход, поменяли вал. Андрюха поехал испытать.